Врачи Жаксынской районной больницы обвиняют в халатности, из-за которой 71-летняя женщина лишилась ноги. Ее дети уверены, что во время операции по удалению грыжи хирург ошибочно перерезал бедренную артерию. Наш корреспондент Айгуль Жамалова отправилась в Акмолинскую область, чтобы лично выслушать доводы сторон. Вот она чудом у нас живая осталась. Правда, вот потеряла мама ногу, ампутировали ногу, почти, можно сказать, всю. Эсетбекова обвиняет районных врачей в том, что из-за них ее мать потеряла ногу. Родные рассказывают, в Жаксынскую лечебницу пенсионерку экстренно доставили с приступом боли из-за грыжи в паховой области. Но во время операции, говорят, по ошибке перерезали бедренную артерию. Ей сделали две операции. Якобы учененная была грыжа и задела кишечник. Тоже почернел, и его тоже им пришлось резать. Поэтому она, считай, две операции перенесла. После операции 12 дней пролежала там же в больнице. Но хирург не заходил, как бы даже никакого полного осмотра и никогда не делал. Все 12 дней рядом с пациенткой был ее сын. Говорит, по рекомендациям врачей силой ставил маму на ноги, заставлял ходить, игнорируя жалобы на адскую боль в правой ноге. В день выписки, по словам сына, у женщины внезапно открылось кровотечение. Когда я к ней подошел, там под ней покрывало, одеяло лежало, все в крови, запекшаяся кровь. Потом ее опять занесли туда, внизу, где эта приемная есть. Там вот этот, опять же, этот хирург начал ей вот эту дырку, которая от пореза осталась, он ее так в круговую вот так обшил. После этого женщину выписали, рассказывают ее родные. Но опасаясь за ее жизнь, дети отвезли маму не домой, а в больницу Кокшетау. Там местные доктора срочно ампутировали пациентке ногу. Говорят, началась гангрена. По словам кокшетауских медиков, сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Однако для полного восстановления ей придется еще полгода провести в больнице. Тем временем родственники уже готовят все необходимые документы для того, чтобы подать в суд на врачей Жаксынской районной больницы. Айгуль Жамалова, Болат Каманов, 7 News, Акмолинская область. Версию о том, что женщины во время операции могли случайно перерезать бедренную артерию, озвучили врачи Акмолинской областной больницы. Пациентке в условиях районной больницы была произведена первичная операция, в ходе которой были технические трудности, осложнения. Пациентка доставлена в приемный покой областной больницы. В срочном порядке пациентке произведена операция. Чтобы добиться комментариев от хирурга, корреспонденты 7 News выехали в Жаксынский район. Во время беседы медик сообщил им, что не согласен с обвинениями. Он уверен, что если бы действительно была допущена ошибка и случайно перерезана бедренная артерия, женщина не протянула бы и двух недель. Ну, она жалуется на боли в области правого бедра. Ну, все 12 не смотрели, там ни отека, трофических изменений не было. Мы расценили это как... что болевой синдром за счет операции, потому что в паховой области именно была операция, и остеохондроз. Поэтому добавили лечение и выписали на 12 день.